Снова тройня. В Сургутском центре охраны материнства и детства на свет появились третья тройня за полгода. Два мальчика и девочка. Родились малыши на 35-й неделе беременности. Сейчас новорожденные чувствуют себя хорошо и находятся в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей. Интересно, что новоиспеченные родители в начале беременности не знали, что у них тройня. Это выяснилось только на 4-м УЗИ. Добавлю, малышей и маму ждет дома старшая сестра. В этом году в Сургуте рекордное количество тройняшек. Обычно в медучреждении принимают по одной-двум тройне. Всего с начала года в стенах Центра охраны материнства и детства родилось больше 3500 малышей. С папиной линии у нас и тройняшки есть, и близняшки, и двойняшки есть. Поэтому я и не была удивлена. А муж, он расплакался. Несмотря на срок гестации, 34 недели, у них довольно приличный вес. У первого ребенка 2 килограмма 330 грамм, у второго ребенка килограмм 780, и у третьего ребенка 2 килограмма 170. Это, то есть для такого срока гестации, тем более, что самое главное для тройни, это просто прекрасно, и это большие перспективы на их быстрое восстановление.